Но в ночь суббота на воскресенье в нашем городе произошло очередное нелицеприятное событие. Варварски был нанесен ущерб памятнику местного значения. Танк, который находится в полирояле, была сломана непосредственно чаша, зонтик. По этому поводу сегодня нами уже подготовлено обращение в прокуратуру, в правоохранительные органы. И, конечно, такая череда событий, как Лакаон, купальщица, говорит о том, что сегодня очень большой дефицит культуры в нашем обществе. Очень большой дефицит. И это является, наверное, краеугольным камнем того, что сегодня вот такие вещи происходят. И из-за чего приходится в бюджет закладывать средства на противовандальные мероприятия. В этом году они у нас заложены, поэтому совместно с балансодержателем памятника, а балансодержателем этого фонтана является КП «Сервисный центр» городской, мы проведем обследование, определим, какие необходимо будут произвести реставрационные работы, и в очередной раз будем восстанавливать то, что испорчено вандалами. Но в любом случае мы, конечно, будем восстанавливать наше культурное наследие, потому что настоящие одесситы к нему относятся очень бережно. Это доказывается тем, что жители полирояля вот этих вандалов заставили вернуть части, которые они хотели похитить с этого памятника.